Итак, всем привет! Давно мы не выбирались на Угрюм речку. Вот, решили с другом сегодня выходной день сгонять, проверить, как там дела. Время начало 7 утра. Ну, думаю, часам к 7 мы будем уже на месте. Итак, вот дошли мы до нашего места. Воды заметно поубавилось, хотя мы были здесь последний раз в июне, по-моему. Считай, все лето не появлялись. Вот специально вот этот вот поворотик мы присмотрели. А, вон она, уточка сидит. Сейчас приближу. Вот она, выглядывает. Время 7 часов утра. Что, сейчас будем располагаться и посмотрим, что нас ждет. Поставили две доночки. Я на свою одел снасть соску. Здесь просто грузило с кормушкой и крючки. Там вон мужичок бегает со спиннингом, пытается судачков поймать. У него тоже тишина, хотя рыба играет. Чуть-чуть вот есть поклевочки. Ну, слабенький это, наверное, еще малек играет. То есть сегодня я приехал налегке. Вот такой вот дешманский у меня спиннинг. Подставочка моя самодельная. То есть, чтобы ничего не таскать в руках, это все у меня вмещается в рюкзак. Так. Что там у нас? С почином, вот уже первого карасика поймали. Блин, у меня клюет. О, подлещичек попался, маленький. Кто-то идет, кто-то идет. О, карасик. О, вот этот уже более-менее. Ну, это уже на рыбу похож. Это уже на рыбу похож. Смотри, драма. А, сеть. Сеть. Забыл стойку, короче, взять, поэтому я сегодня буду в роли оператора. О, нифига себе. Сколько нацеплялось. Сидит маленький он кто-то. Подлещичек. Ну, вообще фанерка. Вон, видите, как пузыри идут. Окунь гоняет. Мелочь. Ух ты. Ловлю, вот делал еще года два назад вот такие вот снасти на карася. В принципе, они, по-моему, самые рабочие. Мы их уже где только не обкатывали. Вот на них лучше всего результативнее ловится. Груз, если даже дно илистое падает, тонет в грунте, а кормушечка и крючки прям рядом находятся. Так что, если кому интересно, там посмотрите у меня на канале, по-любому найдете это видео. Поймал вот окунька за задницу. Хотел снасть перекинуть, он тут уже прямо около берега зацепился, видать, за мальком гонялся. Ну ладно, тоже трофей уже. О, есть. Есть, идет. Давай, выводи аккуратненько. Карасик. Ой, хороший какой, покажи его. А вот, вот это вот уже. Хороший карасик. Не зря приехали. О, карасик. Карась, ну нормальный. Ну вот, друзья, короче, у нас рыбалка закончилась. В принципе, сегодня не такой уж хороший результативный день. Просто природа, даже, красота. Даже на вчера говорили, вообще не клевало. Ну. Ну сегодня мы. Ну мы хотя бы. На зарюшечку поймали. Пустыми не уедем отсюда. Вот это вот самое главное. А вот теперь обратите внимание, сколько здесь мошки. Почему мы сейчас домой собираемся? Ну, нас уже тупо начали кушать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.